Россия призывает Армению и Азербайджан воздерживаться от милитаристской риторики и стремления взять реванш в Нагорно-Карабахском конфликте, так как это может привести к обострению ситуации в регионе. Об этом, как передает Канал 13, заявила накануне официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. «Мы призываем стороны воздерживаться от реваншистской и милитаристской риторики, которая может вновь поставить регион на грань войны», – сказала она. Захарова подчеркнула, что практические шаги Армении и Азербайджана должны идти в русле трехсторонних договоренностей, достигнутых на переговорах в Москве в ноябре 2020 года и январе 2021 года. Российский дипломат добавила, что в соответствии с этой логикой должен быть урегулирован и вопрос разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.